В столичном автовокзале объявили эвакуацию и вывели всех из здания. Причиной стала сумка, оставленная в зале ожидания. Заподозрили, что в ручной кладе могло быть взрывчатое вещество. Экстренные службы незамедлительно оцепили здание. После обследования сумки кинологи и саперы не нашли ничего подозрительного. Как позже заявили в МВД, сумку забыла одна из пассажирок, которая уехала в Покровск Ханголасского района. В настоящий момент автовокзал работает в штатном режиме.